Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. А мы продолжаем прогулку по Москве. В ближайшие дни у нас только прогулки. Две недели в России у нас будут только прогулки. Мы с детьми уже от охотного ряда, от библиотеки имени Ленина, идем сейчас на Арбат, все это пешком. Вот, лишний раз убеждаюсь, что хорошо, что не взяла Настю, потому что она вряд ли столько пройдет, да, если только с коляской, ну и потом она будет капризничать, это хочу. Поэтому хорошо, да, хотя бы Демир с Керемом поиграет. Зашли в Центральный детский мир, погуляли там, а сейчас идем в сторону Арбата, хотим погулять по Арбату еще. Немножечко устали, но мы уже покушали, подкрепились, так что нормально, настроение классное. Погода шикарная, свежо, хорошо, прям супер вообще. В общем, давайте гулять с нами. Здесь в Москве дороги широкие. И много машин красивых. Дети у меня все смотрят такие. Керем уже подустал идти, кстати. Много ходим. Мы опять свернулись в библиотеку имени Ленина. А, охотный ряд. Керем, детям нельзя на этом самокате кататься. Это для взрослых. Так мне нравится в Москве, чисто везде все. Аккуратно, какие красивые дома тут. Да. Для взрослых там детям нельзя. Видишь, полиция везде стоит. Сразу заберут. Бентли есть, да? Демир знает все марки машин. Чуть-чуть? А ты знаешь? Сереги. Смотрите, какой большой дом, Государственная дума, огромные. Так, мы проходим Государственную библиотеку Ленина. Ну вот, по Воздвиженке идем, улица. Дети такие уставшие уже, но я надеюсь, что мы все-таки дойдем нормально. Посередине полоса. Да. Ура! Мы дошли. Бабл-ти. Пойдемте вон туда. Обожаю уличных музыкантов, эту атмосферу. Танцуют, поют. Прекрасно. Это вот ваши любимые тиктоки вот эти вот снимают все. Потом будете, увидите в этом, в тиктоке в своем. Все, в принципе, не так долго дойти. Нормально. Не знаю. Это не танцы, это песни. Смотрите, какую толпу прям собрали. Давай посмотрим. Много людей, кстати, здесь. Кирилл, смотри здесь свой Bubble Tea. О, пойдемте, я вас сфоткаю. С
матрешкой. Керем, залази туда в матрешку. Дворец сладости со всего мира. О, мама, Керем, Керем, твой братуха. Братуха. Пойдем, Керем, дальше. Нет, там нету баблгама. Баблти. Френчи бекери. О, вот здесь баблти. Стоп, стоп. Здесь баблти? Точно, наверное. Нет, точно. Нет, Керем, не здесь. Нет, не то, Керем. Нет, это не то, не то. Здесь такое, типа, чай такой. Нет, тут нет, пойдем дальше. Еще вот этот чай, который с шариками такими. Я Оскара смотрел, там реклама. Надо в эту фоткать. А вон для маленьких. Да ладно, что мы уж фоткались, стой. Кого? Турецкий ресторан? Где? А, вот, турецкий ресторан. Мы тут зашли в этот... турецкий магазин, все из Турции, да, из Анталии, все. Это кофе. А в Пешмане, который я привожу сюда, 750 рублей. А в Анталии он стоит лир 50, 150 рублей. В Анталии 150 рублей, а здесь 750. Путин? А это кто? А рядом кто? Рядом кто это? Горилла? Все, не снимайте, пойдемте. Бабуина. Что тут? Слушайте, здесь что-то все турецкое, я не пойму. Данер, почему тут все турецкое? Смотри, ежик. Ёжик. Но это не билет, это реклама просто. Давайте дальше, Демир. На мотоцикле? Да. А вон с этим не хочешь? Лен, не хочешь с Сергеем Жуковым сфотографироваться? Так, дальше идем. Как-то здесь сегодня скучновато. Я раньше помню Арбат, это давно не было. Кажется, лет 5 вообще. Раньше здесь всегда как-то повеселее было. Сейчас что-то прям народу немного. Почему тут как в Турции все, не понимаю. Интересно. Мама, вот это сосиска, собака. Собак, сосиска? Да, сосиска, собака. Да? Давайте с той стороны пройдем. А еще же здесь должна быть стена мира, мы, наверное, сейчас дойдем до нее. Да. А там стена такая большая, там все расписываются. Не знаю, сейчас есть такое или нет. Раньше, по крайней мере, было. Сейчас уже не знаю. Мам, тут напишут, как я написал? Нет, ты где мир? Это люди, которые... Вон тут, что тут написано? Они сражались за родину. Мам, ты про это говорила? Вот это? Нет, нет, Демир, увидишь сейчас. Здесь. Смотри, вон турецкий ресторан еще. Турецкая кухня. Что написано? Таксим. Таксим, турецкая... Кухня. Турецкая. Все турецкое, да. Да, чуть-чуть. Не знаю. Турецкая. Причем народу много. Вот за Россию сейчас. Мам, здесь еще по-турецки могут. Нам, давай вот эту фоткаешь. Это красивое. Да ладно, уже много нафоткали. Плоско. Давайте дальше. Что еще есть интересного? Зайчик, мам, вот. Ага. А где была стена мира? Не здесь разве? Писали все расписы, нет?
маленькая собачка. Дети у меня собак постоянно видят, такие, о, типа маленькая собака. Большая собака. Смотри, какая прикольная собака. В России очень много разных пород. Мы ищем. Бабл-чай, вот, пойдемте спросим. Я нашла бабл-чай. Написано бабл-чай, пойдемте посмотрим. Короче, Керем очень хотел этот бабл-ти, мы его взяли, вот он. В общем, хочу сказать вам, что это редкостная дрянь, потому что это вообще ни разу не вкусно. И вот эти вот желе... Ну, в Турции, который, да, лопается такие, а здесь оно не лопается. Это просто какое-то желе, оно безвкусное. Ну и просто чай с молоком, в общем. Они твердые. 480 рублей. Это твердые, да? Так, идем дальше. Пойдемте хоть стену Цоя посмотрим. Это нету стены. Раньше стена мира была там в начале раньше. Тоже, где все расписывались. Сейчас нету. Пойдем хотя бы на стену Цоя. Мама, подожди, сейчас. Не надо паники. Все равно хорошо. Прогуляться вот так вот по Арбату. Пойдемте вон подойдем к стенке. Перемен требуют наши сердца. Перемен. Про это говорил? Знаешь такую песню? Перемен требуют наши сердца. Нет? Тот Виктор Цой пел. Это его стена. Очень красиво. Здесь старый Арбат, с другой стороны новый Арбат. Я тоже. Все, мы сейчас до метро доходим и домой едем. Как-то сейчас тут не очень атмосферно. Наше сердце, наша сила в единстве. Кто это? Леонардо и Мбаппе, Неймар и Чёрт. А вот здесь посмотрите. Гарри Поттер. Какой-то персонаж. Ладно, пойдемте дальше. Демир, Кирилл, пойдемте. Летом все-таки классно в Москве гулять. Ну, зимой, кстати, красиво, когда все украшено тоже. Новогодний. Ага. Порш?
Так, аккуратно, машина там. Идите сюда. Смотри. Пошла ты резкая, как жена. Мужчина перчатки и сам сказала. Ой, не могу, что Надь, а я выхожу сам. Спокойно. Что, пойдемте? Спокойно. Демир, Кирем. Кирем, не переворачивай так сильно. Пойдемте. Дальше. Так классно. Я помню лишь одно. Рыджак лол. Не надо украсть. Пойдемте. И украли! Актерское мастерство, да. Классно. Сколько талантливых людей. Можно и посмотреть что-то, и послушать. И послушать, и потанцевать еще. Да. Посмотреть. Да. Мама, все, Кирилл, молодец. Больше я не буду это покупать точно. Да, Демир, вообще невкусно. Я вообще чай не люблю. Демир вообще чай не любит. Они еще дали, он теплый был такой, прям, фу, мам, противный. Мам, подожди, я тебя мусор. Давай. Такие рисунки делали. Че ты там хулиганишь? Хулиган. О, Истанбул. Мам, такие рисунки делают 5 минут. Шаурменная. Ага. Все, мы дошли наконец-то до метро. Сегодня очень много мы погуляли, прям так хорошо. Фух, мы приехали в метро. Смоленская здесь. Время 10 вечера, мы приехали уже домой. Очень устали, но классно погуляли. Прям вообще на следующей неделе дожди обещают. Поэтому хорошо, что мы сегодня поехали, пока хорошая погода. Погуляли, посмотрели Москву. Но еще поедем не раз. Все, спасибо всем, друзья, за внимание. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.